Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я бы хотел с вами поделиться информацией, как можно заклеить стеклянную чашу аэрогриле Delpha. Многие люди пользуются такими грилями, и есть вот такие вот стеклянные чаши. И если вдруг она у вас лопнула, найти такую довольно проблематично, если вы живете не в городе, или сама чаша будет стоить практически как новая аэрогриль. Есть решение. Вот у меня лопнула, получается, чаша. Смотрите, какой кусок. Он прям вывалился у меня. Вот так вот это все выглядит. Что я сделал? Я долго думал, чем клеить, потому что температуры здесь большие в ней. Ну, курица жарится, я думаю, вы сами понимаете. И это на протяжении там 1,5-2 часов. Поэтому стекло должно быть крепкое. Я сначала думал выкинуть и все, то есть уже ничего не приготовить, но нет. Все-таки есть решение, есть такой вот клей, сейчас я вам покажу. Это не реклама, это просто вот мой совет людям, которые, если столкнутся с такой проблемой, они знали, что есть решение, не нужно покупать новое стекло. Конечно, если же у вас не какая-то там, ну хотя я думаю, даже если на две половины лопнет, тоже можно будет попробовать склеить, вы ничего не теряете. Вот такой вот клей. Сколько он стоит, я уже не помню. Эффективный для ремонта обуви, полиуретановый. Хороший клей. Я советую прочитать инструкцию, как нужно применять этот клей. И тогда уже склеить. Тут написано, что нужно нанести небольшим слоем на поверхность, предварительно ее обезжирив и прогрев. Что сделал я? Смотрите, у меня и там написано, что на 10 секунд прижать и придавить. Усилия нужно применить. И будет все хорошо. Что сделал я? Как видите, место такое. Ну да вообще-то стекло. Какое здесь может быть огромное усилие? Я взял строительный фен, у меня был. Прогрел стекло, но ну, края, то есть стекла и саму деталь, которая была отломана. Прогрел аккуратненько, нанес небольшим слоем клей на две детали. И эту деталь я примерил и хоп, и придавил. Но придавил не сильно, меньше среднего, чтобы оно, не дай бог, не выскочило или еще, или как-то не сместилось. Такое небольшое усилие было. И все, и оставил так клеиться. Я ее не трогал, никакого сверху я груза не ложил, ничем не придавливал, да и такое место, да и стекло, чем тут можно придавить. Поэтому оставил так, по-моему, на сутки, и потом через сутки уже пробовали готовить в этой аэрогриле. И все готовилось замечательно, все великолепно. И как можете наблюдать, я вам сейчас покажу. То есть у меня не такой скол, что вот он раскололся и все. У меня здесь есть трещина. Вот камера фокусируется. Я думаю, вы можете наблюдать, вот есть трещина. То есть она может пойти дальше. Вот она. Но пока тьфу-тьфу, ничего не случилось и все замечательно. Еще это стекло очень сильно боится перепадов температуры. Если даже оно будет не горячее, а просто такое теплое или чуть-чуть выше среднего, ни в коем случае в холодную воду сразу же под кран или ливануть сюда воды не делайте, иначе у вас лопнет это стекло. С ним нужно, оно как бы каленое или как правильно назвать, то есть оно специальное, и оно резких перепадов вообще не любит. То есть ледяную воду в него лить нежелательно, даже если оно такое еле теплое. Оно может вступить в реакцию, если это можно так назвать, и оно лопнет у вас. И хорошо, если у вас будет маленький кусочек, а не треснет вся чаша и лопнет. А потом уже она будет очень трудно восстановима, скажем так. В принципе, у меня на этом все. Я думаю, что я помог тем людям, у которых есть такая вот ситуация проблемная. У вас есть аэрогриль, но лопнула чаша, и поэтому вы ничего не готовите из-за этого. Попробуйте, купите вот этот клей. Я вас уверяю, если сколы вот такие вот небольшие, ну никак не сколы, а детали, которые вот лопнули, отвалились, можно попробовать их склеить, и она будет работать, как у меня. Если на две половины она лопнула и так развалилась на две половины, здесь я обещать ничего не могу, но все же
купите. Он недорогой, не помню, он сколько. Он 150 рублей, по-моему, или 200 стоит. Купите и попробуйте. Уверяю, должно помочь. Попробовать стоит, чем она будет просто валяться. Потому что я помню, что что-то чаша сама, цена у нее что-то баснословная. 3 или 2 тысячи одна вот такая вот чаша. И то она, по-моему, только на заказ. И не факт, что ее как бы найдут и привезут. Ну, по крайней мере, в моей местности. На этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо за внимание, кто посмотрел. Удачи вам. И желаю, чтобы у вас ничего никогда не ломалось. И все работало всегда исправно. Всем пока!